Come, my lady, come, come, my lady. Come, my lady, come, come, my lady. Разведчица Galaxy в продаже. Бля, какая. 2000 веб-баксов. Я офигею, аниме случилось, блин. Задание. Посадишь те саженцы в гряди лесорубов. Раз. Заберите слитки. Так, так, так. Есть еще какие-то задания? Нет. То есть у меня, по сути, где-то тут. Тут три точки сразу надо, нифига себе. Поставлю это и сделаю вот так. Здрасте, как говорится. Теперь хотя бы регион Европы поставился, а то вчера на Северной Америке играть, это был Suicide Boy, блин. Вот, Северная Америка, Восток. Я понимаю, что пинг 150 туда, но, блин. What the fuck, как говорится. Готов поставить мне как-то. Так. Все золото мое. Золото, золото. Мы все, надеемся, что... Хорошо. Музыка какая-то. А ну послушаем громче. Ну это кринж, конечно. Кринж нового уровня. А, на пока ливну с группы все равно. Я что-то нет. Пойду одну катку в соло. Поехали.
О, нормально. Туда как раз далеко лететь. Ебой, полетели. Ничего себе, туман. А чё по освещению? Нормально все? А чё по освещению, реально? А, походу ничего не нормально. А ну я долетаю или нет? Да, я долетаю. Ну должен, по крайней мере. Только точка находится в воздухе, я внизу. Ну ладно. Это ржавое, да, это ржавое ведро просто. Пусть хоть так будет что-то. Ну, тут просто три эти газонной косилки стоят. Почему бы и нет? Действительно. Где-то нужно туда бежать. Где моя метка? Я не понял, где она. Без рофлов. Опа. Это я понимаю задание. И как раз автомат в руках. Чё по заданиям? Ага, мне сюда бежать. Почему я метку убрал? Хороший вопрос. Так, нужно помнить. Там приземлился чел, там дерево. Да ладно, его снова тарелка взяла. Лол, он только приземлился. Так, достопримечательности фэн-радио. Радиостудия получается. Ебой. Вот это я тайминг и заказ взял. Нормально. Вот это я тайминг взял заказ. Мне чел тупо бабки подарил. Где-то здесь, maybe. А это я пробил. А где тогда? Походу где-то здесь. Нет.
Ебой. Вот это я нашел вещь, конечно. А вот вам и задача на урон с автомата. Нормально. Тяжелый филет автомат. Так, ну, линейка походу грузиться не будет. Надо будет собирать юзер дебаг, сборку с нуля и все. Это я потом займусь. Возможно, даже завтра. Главное, что у меня хотя бы сборка идет. А уж почему она не работает, то моя сборка, это уже другой вопрос. Так, стоп, а что мне нужно было сделать? А, посадите саженцы. Ага. Саженцы. 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 Теперь офигенный вопрос. Где? Хотя вашу вас можно садить. Так. Реально, где, кстати? Где? Хороший вопрос. Видишь? Может, возле заправки? Не, не возле заправки. Странно. Ну, уже 50 игроков осталось. Круто. Опа. Вот это я понимаю. Если кто-то выбросил синее... Да ну издеваюсь. Долбануться, блин. Я аж испугался. Ладно, пусть это будет. Офнись, пожалуйста, спасибо. Да, дрофа с этого ускорения я так и не вкурил, ну ладно. Ладно, пофиг. Погнали next место искать. Опа, кстати. А ну-ка, тут есть кто-то или нет? Так, фиолетовый автомат, фиолетовый дробовик нашелся. Прекрасно. Тут есть синий. Я ж испугался. Это мистер Беспаленность, конечно. Уничтожить пюрешка с укропом. Бедная пюрешка. И тут скорее даже бедный яд, наверное. Выпить. Это только 12 дней, я уже стрим подрубил. Вот, молодец.
У меня же есть максимум этого. Ну да, в принципе. Можно прыгать на тачку. Спасибо за уведомление. Не знаю, что, правда, наверное, инста прислала. Наверное, сюда заедем. Это там чел или что? Это пугало. Опа. Ебой. Вау. Ну, и модификацию, как назло, ты не снимешь с него. А где мой заказ? А, мой заказ совсем в другой стороне. Поехали к нему. Заедем в гости, так сказать. Все равно делать нефиг. 14 человек и такая зона. А где мое ускорение? А скаты не пробиты, не понял. Почему скорости нет? Алло. Чем ты там цепляешь землю? Ты что, на... А, ну на пузе катается, я понял. Ускорение не работало нормально. Опа. Машина едет. Ебой. Ай-яй-яй-яй-яй. 15 хп. Это мы называем сотрудничество с врагом. Мы называем сотрудничество с врагом. А, Алиэкспресс, спасибо за уведомление. Угу. Возвращаюсь в лобби пока. Семьдесят третий уровень. Короче, я не знаю, я полечу здесь. Здесь больше всего всратое место. Вот, погнали. Так, все, Эрго пришел перезагружаться. Почему ты не хочешь запуститься все-таки? О, нормально тут недалеко лететь, точнее недалеко падать. У меня рыжая китана. А я не даже какие-то красные, а не рыжие больше. Ага, альт у нас тоже инвентарь. Полетели. Блин, ну почему это конченное разрешение применяться не хочет? О чем я до последнего думаю? То есть выглядит это как будто бы этот не хочет масштабировать картинку. Монитор. Точнее, видяха не хочет масштабировать.
Но почему же так, сучка? Ну так. Хороший вопрос. Метка стоит там. Так. Где нужно посадить саженцы? Хз. Абсолютный ноль инфы. Блин, серьезно, напишу так, где их можно посадить тут, блин? Уже все посажено, а в пеньки ты не посадишь. Бред. Ну и далее задание, блин, фиолетовое, хуже оранжевого. Яма, пеха 70 патронов. Больно. Это отпружинивает это подвеска в нем. Эти вот графические баги мне тоже очень нравятся, кстати. Сейчас, секунду. Шо-шо? Так. Вот это я понимаю, лестница. Придется рыбачить, хули. Рыба щит, нормально. Пепеха. А ну что ты умеешь? 50. Нормально.
Рыбка. Калаш обычный. Ну пусть хоть патроны будут от него. Мусор. Обычная рыбка. Нужно будет пойти на тот берег. Опа. Откуда ты, сучка, а? Как, блин. Откуда оно по мне шмалит? Откуда? А, пошел эту сторону обыскивать. В плане рыбы. Блин, там рекавери не бутнулся. Короче, пофиг. Откуда играю, тогда запущу рекавери. Вот. Тух-тух. Если не АППХ, мне пофиг как-то. Но, судя по звуку, должен быть максимум зеленый автомат. Вот оно. Ну, молодец, какой в голову попадаем. Спрыгивай на меня, чмо. Есть. Да, вот так тебе, падла. Трясящая, блин. Где рыбное место? Вот оно. Всё. Ловим рыбу пока. На зону никто не придет. Так, все, ХП восстановлены. Рекавери запустился. Снова серый пистолет. Ладно. Блин. Вот это я только что сорвал, называется. Все, харе. Меняем зелье. Берем патроны. И уплывем отсюда подальше. Где там... У-у-у, мне жопа. И тачки, как назло, нет рядом. Ладно, пофиг. Погнали. Осталось игроков 20. Ну, я рад, по сути. Опа.
Вот тебе раз. Вот тебе два. А где три? Ладно. Два саженца это тоже ничего, учитывая то, что я просто тупо бежал. Еще ни на что не надеялся. Аптека есть? Аптеки нет. Класс. Я очень рад. Да-да-да, еще вы на меня нападите. Угу. Я ж тут жил ради того, чтобы меня какие-то твари загрызли. Они при этом реально не все настроены агрессивно. Короче, нельзя тормозить вообще. Ну, у меня хп не хватит, чтобы добежать, скорее всего. Да, у меня хп не хватит. Эта зона сейчас будет 2 урона в секунду жрать. Если она будет жрать 2 урона в секунду, мне хана. Еще эта фиолетовая палитра конченая, блин, ни черта не видно. Я либо сейчас сантиметр... Нет, мне сантиметра не хватит, все. Я не добегаю. Сука, я чуть-чуть не добежал. Ладно. Инста вовремя присылает уведомления. Очень вовремя. Ладно, ну две этих уже есть. Саженца уже неплохо. Это вообще в тупой этот. Тупо открытой местности. Погнали еще раз. Время, кстати, я тут скопирую прошивочку себе на комп. Узнаю, что она вообще состоит. Забралась, блин, на мою голову. Открыть устройство. Где ты? Вот, скопирую. Если там блочная сборка, тогда я буду заново собирать. Если нет, я буду перебирать либо и смотреть. А, копирует? О, все, пошло копирование. Копирует. Сейчас подойду. Тут ближе всего к что? Ага, ну вот сюда можно прилететь. Или сюда, все-таки сюда, я думаю, прилететь и все. А, летели. А, чувак, иди нафиг, ты только по двадцатке даешь. Вот найду третью эту. Ну, аптеку еще он выкинул, молодец. Это посаженный или нужно посадить? Во, все, ура. Все, посадили мы их. Плюс опыт. Старточка, привет, блин. Почему я прочитал старлочка изначально? Прости, если что. NZS1, как с тобой поиграть? Для начала тебе нужно лайки, подписку оформить.
А потом найти меня по нику. Ник, вот. Здрасте. Вы не хотите со мной постреляться? Ебой. В 12 сезоне поинтереснее было. Я играю в эту игру почти 3 месяца. Я не знаю, что там было, в каких сезонах. Поэтому ничего не могу говорить. Ну, какой-то придурок стоит, типа, машет этими конфетами, типа, рассыпает их прям и дает только по 20 счета за одно действие. Ну вот сейчас просто стоишь и ждешь, как говорится. Вот еще один раз и все, по идее. Получается. Я, ну 90-100 FPS хотя бы здесь, это очень хорошо, я считаю. Тарточка, окей. Я же говорю, я ничего не знаю, что было раньше, как говорится. Я даже первые 2 месяца играл. Ну, 1,5-2 месяца примерно первые играл. Вообще ни черта не мог втуплить. Это я сейчас, в последнее время, более-менее что-то начинаю понимать. А до этого я не знаю. Типа, я до этого в PUBG Lite играл очень много. Но все равно это не PUBG совсем. Здесь только королевская битва, именно сам режим, что тебе нужно топ-1 стать. Общий с ними, все. Больше ничего. Даже этот самый рюкзак. Только 5 позиций и все. Больше ты нисколько не возьмешь ничего. Бинты мне нафиг не нужны. Но если я найду другую пушку нормальную, я их возьму. Уже кто-то лутался. Прекрасно. Дерьмо лутались. Покажи ник. Вот я же говорю. Еще раз показываю. Говорю, еще раз показываю, чуть разница есть. Ну ладно. Так, ну, скаты мне не нужны. Да, здесь спорткара нет. Был бы спорткар, я бы его модифицировал. Пусть так будет. Снова эти недолгоконченные, которые мне достали. АКС играешь? Ну да. У меня основная аудитория КСерская. И вчера было 2 стрима по КСке. И 2 стрима по Фортнайту вроде как. Не помню. Поэтому в КС я играю. Забежать за мост, полутать его. Тут у меня еще потратьте слитки 500 штук на боты. В группе присоединился участник. Сколько? Что сколько? Времени типа.
пистолет. Ну, в данном случае не черный, а оранжевый, но не важно. Бляха-муха. Ладно, побуду без него. Если еще один попадется, тогда 100% возьму. Играешь КС сколько? Ну, я ее купил за день до того, как вышла первая обнова с Праймом. То есть это был, получается, ноябрь месяц 18 года вроде. Но активно я прям начал играть с лета 2019. Вот. Я наиграно в общей сложности 1800 часов. Но максимальная звонка, на которой я был, это коллаж с венками. Да я не знаю, типа. Ну я вчера слил 4 звезды в 3 звезды. Потом выиграл одну катку. Думаю, еще одну выиграю, но попались школа дауны. То свои, что чужие, и все. Да один пытался мне прояснить за возраст. Ты понимаешь, что меня? Что мне самому лично, например, голос не нравится мой, но, блин. Как-то смысл прояснять челу, которому даже 14 нет, за то, что у меня голос 14-летнего. Реально интересно. Ай-яй-яй. Нужно было лучше стрелять. Да-да-да, молодец. Вот это очень плохо. Молодец, что ты меня просветил. Есть. Ух. Что это еще за хрень? Это что, опять мини-босс какой-то или что? Здесь лучше обычный автомат подобрать. Так, стопы, они пришли и ушли или что? Я что-то еще ни черта не понял. О, большое зелье. Ладно, пока, удачи. Давай, заходи еще. Если хочешь. Ну, пехаль вроде хорошая вещь. Что тут еще есть? Пехаль обычный. Ладно, я разведсканер возьму, пофиг. Все равно, типа, да, я буду там сносить по 60, по 50 щита, но не в голову, но прикола нет все равно. Что за музыка вообще подрубается? Какой-то режим, что ли, тут? Какая-то музыка, блин. А на боезапас полон. Снова на ППХу, блин. Ладно. Да ладно. Там все-таки versus battle надо какой-то делать, блин. Ладно, манал я и ваше аниме, конечно, чувачки. Я хоть и буря покушает, но я сейчас чуть-чуть взял патрончиков и погнал с реальными стреляться. А снова инопланетные твари. Из яиц такие. При этом курица тут нормальная бегает. Да, ее кто-то жмыхнул только что. Зачем? Хороший вопрос, зачем? Ладно, 11 нас тут пока. Она уже по 2 хавает. Ничего. А, вижу, там трассера летают. Я не допрыгну? Да ладно. Больно.
перезарядится или нет. Вот раз. Вот это называется ВХ, блин. Вот реально, это ВХ. Я считаю, что разведывательный сканер в этой игре это имба. Кто бы что ни говорил. Потому что вот так вот ты через деревья можешь кого угодно убивать, блин. Вот что у него. У него фиолетовая снайпа была. Она ему помогла? Нет. Почему? Потому что я не имбовой пушечкой воспользовался. Я, наверное, ее вместо автомата. Нет, не буду ее убрать. XTKS19, привет, привет. Добро пожаловать на стрим. Тут что, тут все серое. Ладно. Значит, так, побежали. У этого типа рельса была фиолетовая. Ну ладно, на шестеро здесь. Нифига там один выстроил. Он один стоит просто. Тут труп. А то, что труп, это понятно. Что тут еще? NZS1, типа, чувак. Переключи клавиатуру. Ты и то сообщение написал мне в той клавиатуре, и той. Можно с тобой поиграть? Да, только с тебя лайки, подписка. Кто-то отстреливает, и к кому, блин? А чё там? А, там говно. Добавил. Добавь это понятно, ну типа этот. А кто будет, как бы... Ебой. Кто лайки будет ставить, как говорится? Ну что, один на один? Поехали, как говорится. Я вижу, где ты. Ты все равно по мне не попадешь. Ну, погнали. Ляха-муха, хп просрал. Все готово.
Вы меня спросите, почему я ему репорт кинул? Потому что с вчерашнего дня я больше не доверяю никому. Сегодня перед стримом мне прилетело то, что типа спасибо за репорт, как бы типа, ну что, короче, противника забанили. Я такой, класс. Михаил Калинников, ты тупой. Кому ты именно? Нахрена кидать репорт? Я только что объяснил, если что. Если слушать не умеешь, можешь сливать стрима нахер. Это я с вчерашнего дня больше никому не верю. Так, XTKS19 тут еще? Я же говорю, вчера забанили, типа. То есть, вчера я кинул репорт, сегодня, как бы, утро началось с того, что, типа, забанили. Я такой, круто. Лайк. В игре ни разу нет читеров. Угу. Мне только до последнего интересно, как он не светился через сканер, ну ладно. Так, вот, походу, он... Так, все, четвертого не будет, я думаю. Go в DS, я не хочу в DS, чувак. Возможно, потом. Короче, походу больше никого нет. Десять музыки из 10, главное, чтобы меня не забанили за нее. Чувак, ставь готов, поехали. Чувак, ставь готов. По-моему, я кого-то кикну из группы. Ждем, как говорится. Нужно музыку, кстати, прикрутить. Ага, это не она отвечает за это. Да. Тьфу, блин. Наконец-то.
Когда мне тут надо? Куда угодно. А от меня что? А, Владос босс удалился из друзей. Иди нахер. Я только за. Я очень рад, честно говоря, что сюда еще типы приземлились. А еще больше я рад тому, что у меня здесь пушки нет. Да ладно, мы разминулись. Хз, надолго ли? Все-таки он меня увидел, вот сучка. Если я удрал отсюда, это будет рофл, конечно, знатный. Чувак, у меня хп нет. Куда ты приехал? НЗ-сван, куда ты ливнул? Как хочешь. Снова эти эксперименты. Ай-яй-яй. Плохо. Да ну как и... Все меня отбросили. И свои, и чужие, походу. Почти долетел. Хотя бы второй уровень хранилища уже получили. Ебой, третий уровень. Все. Третий уровень, значит, нам синька, наверное, попадает. Артем Про, PS4, привет.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не успел. Пойдет. Могло быть хуже. Давай поиграем, Ник Артём. Ну, ставь лайк, подписывайся и поиграем. Да, я понимаю. Это просто боты или что? Да, это просто боты. Я сделал. Правда, лучше писать сделал, ну ладно. Ну и сейчас я после этой катки подключусь. Алло, дядя, тебе большое зелье надо. Зачем? У меня же фул зелье. Ладно, хочешь. Нормально. Да выпей. У меня есть такой дробаш. Или хп, но мы в зоне пока. Привет, мини-донатер зашел. Привет. А почему мини? У меня там был рекорд сколько? 25 рублей или 50? Вроде 25. Не помню, но единоразово. Короче, не надо на минуту отойти. Сейчас я. Вот.
Как обычно, блин. Говорят, что есть дело одно, а по факту нужно 5 дел одновременно сделать. Я 10 когда-то и вчера тебе 20 скинул. Вот. Молодец, как бы, спасибо. 10 минут назад скачал Fortnite. Молодец. Поскачал. Так, меня хоть донат пай загрузит. Залогинен или нет, оно? Да. Бравл Старс, блин. Интересно, эта фигня защищает как-то броню или нет? Так, 10 человек, что, 3 отряда? Или сколько? 4 отряда. Эх, чувак, тут упреждение надо. Правые еще стреляют. Я, конечно, не видел, как менял. Чел просто спиной пришел. Вот это ор. Нормально. Как бы стреляют, стреляют. А почему бы мне этот Майкла Джексона не подрубить? И все еще 4 отряда, 7 человек. То есть, скорее всего, 3 отряда по 2 человека. Долбануться. Чел просто включил режим этого. Деда танцора, блин. Сзади кабан, алё. Угу. Ну что, 5 в живых, 3 отряда. Ну, пока те, что по двое играют, они вроде разбирают. Либо тут 3 плюс 1 плюс 1, что самое дерьмовое, честно говоря. Если 3 плюс 1 плюс 1. Но они, скорее всего, за домом сидят, я что так думаю. Я бы на их месте за домом сидел. Типа, кто там из двоих? Да ладно, здесь никого не было. Лол. А вон они стреляются, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, пусть стреляются на том берегу себе. О, ля, видите, снова эти мамины постройщики. Плохо. Вау! Что за горные эти козлы? Чё, 3 в живых? Один против двоих? Да. Один против двоих. Но зона-то у них, вот что обидно. Зона у них. Зона у них, и это жесть, как обидно. Все. Снова топ-2, походу. Просто чуть слабо верю. Да ладно. Что? Очень интересно.
Ебать. Что за мастера построек тут? Найс лабиринтики, блин. Одной стенки не хватает, чтобы разрушить все. Ай-яй-яй. Это. Ладно, я выхожу в лобби. А, яблоко схавать пока. Сейчас единичка. Не в смысле, он же у меня был в друзьях. Странно. Ладно, окей, принимаем назад. Я думал, это этот. Это он меня удалил, типа. Так, никнейм Артём Вовчик. Вовчик. Капитан Америка на PlayStation Network. Там с кем-то нужно побазарить. Ну, пошли в DS стример. Я не хочу в DS, чувак. Потом, возможно. Пусть будет меньше всего расстояния, хоть я и позже прыгну. Есть, полетели. Онлайн классно прыгает. 3-4-1 внезапно. Так, поговорить, поговорить. Где оно? Кем можно поговорить тут? Так, уже не без пушки. А это мне не нравится.
А кого там сагрили? Хотя бы не того, с кем нужно поговорить. Да, того, походу. Нет, не того. Изи. Просто взорвался и все. О, он нашел с кем поговорить. Забирай. Ну иди сюда, слы. Во. Так, чувачки. Вот вам презент. Забирайте две снайпы. Я пошел вниз, типа. Ну ладно, пойду пистолет возьму. Возьму. Там сундук упал. Я бы хотел сундук, конечно, открыть. Ну, пистолет. Ты чел забрал или нет? А, забрал. Чё, неужели никому не охота со снайпой играть? Алло, ребят. Все. Теперь хотя бы она дала пройти. Ну, типа, команд отойти и там все дела нет. Ну, пока в зоне, типа, слишком рыпаться куда-то неинтересно. А вот, например, сундук бы я открыл. А где сундук? Опа. Найс. Nice. Тут еще противники пришли. Найс. Nice. Так, потруси его, узнаем, где остальные. Он его потрусил или нет? Опа, ппха. Ты мы одобряем. И вот вместо него можно за сканер бахнуть, все. Я полетел на разведку, как говорится. Где-то еще вроде был чел. Короче, я до сих пор предлагаю полететь на сундук. Я просто не умею играть. Ну, бывает. Но вам нужно еще тут двое, кто прибыли. Погнали. Все, полетели. Опа. Это мне очень нравится. Зад я на всякий случай тоже чекну. Короче. Го построим так. И пусть Артем идет сюда. Давайте откроем по-быстрому. Ну иди сюда, блин. О,
Опа. Это мне вообще нравится. О, он сундук почти открыл. Ну все, один патрон на этом. Прекрасно, блин. Хорош. За патроны, конечно. Ну все, потом улетим отсюда, ныне, если что. Давайте откроем этот чертов сундук, алло, ребят. Жесть, тут в три рыла нужно открывать теперь. Есть. И что? Ебой. Нормально. Так, а чтобы его... Это выброшу, наверное. Завязаю просто на всякий аптеку. Пусть она только десятку и вернет. Ну все. Погнали отсюда. Скоро новая зона будет. Ну, новая зона недалеко, кстати. Небольшое зелье тут или что? Да, большое зелье. Патроны. Что там у тебя? А, ну у нас снайпаж есть. Разбьем бочки. И разбивай тоже. Ебой. Так, где разведсканер выбросил? А, ну спасибо, что ты меня его сцыганил. Ну ладно. Берите снайперские винтовки. Оранжевый пистолет. Нормально. Забирать. Все равно пистолет лучше, чем рейган. Какой-нибудь. Ну, это, конечно, ситуативно, но все равно. Игрок возродился. Один тачку взял. Одна тачку взял. Понятно. Заберу обратно. То побежали в новую зону, скорее всего. Все равно не нужно ехать. Там пока с зоной везет. Не знаю, побежал бы сюда. Если бы где-то возле горки. Нахрена ты это сделал? Я вас поздравляю, вас просветили, как говорится, по верующему. Берите снайпы, блин, кто-то может дропнуть снайпу, и чтобы я ее забрал? У меня задача всратая такая, типа, соберите снайперские винтовки, две из трех. Нож и вилка. Как-то осудительно. А, этот унитаз не телепортируется, я понял.
Опа. А где мои? Нафига вы на траку нарвались? И бы там зона схавала, и все. Ладно. Придется идти помогать. Не умели или что? Походу, да. Я бы на нашем месте собрался здесь и отсюда уже думал, куда идти. Так. Тачка с заблокированным колесом. И больше ничего обходу. Кстати, уведомлений не было на телефоне. Нет, слава богу. Ничего там. Ничего. Абсолютно. Хотя бы с края города ничего. Я бы, конечно, тот дом просветил на всякий случай. И еще нужно Артему этот костерок завязать. А зачем вы там стали? Один выбрасывает что-то другому. Это сундуков куча, чуваки. Нет места, чтобы брать. Сундуков куча, реально. Еще один разведсканер. Он дробашивает его зачем-то. Еще два чемоданчика, вот. В смысле, XTKS покидает группу. Что случилось? Что за хуйня? Либо у него и нет крашнуло, либо я не знаю. Я очень рад, называется. Так, а что мне даст улучшение этой параши? Даст урон, кстати. Все. Что тут даст? Только скорострельность. А тут только рельсу можно сделать, но смысла ноль с нее. Опа. Хорош. Чел, дай пройти. Спасибо. Беру я эту винтовку. Он был один, теперь 8 и 3 отряда. То есть две полные тройки против нас. Я очень этому рад. Прям безумно. Безумно можно быть первым. Не, нам нужно заходить в зону, все. Это все, что нам на данный момент нужно. Почему наш чел вообще ливнул, я не знаю. Чуть потропал все или ливнул. Эх, восстанавливаются.
Да не убегай ты от костра, это эти хп вот. Чувак, выкинь мне снайпу, ПЖ. О, все, спасибо, можно возвращать назад. Мне задание просто нужно было. Задание три снайперские винтовки поднять. Вот. Там есть типы. И это они, походу, два отряда. Вот наши соперники. Ну и самый, блин, топовый строитель ливнул, конечно же. Вот один из них. Основание уничтожить как-то. Ведь бы еще кого-то. Опять и снова. Третий раз топ-2. Чувак, сори, я сам пойду.
Да, там второй сундук. Нет, лол. Вот так вот достроил. И что, весь потолок разрушим, если надо будет. А, пусть хоть такой дробаш будет. Паша Горбань, привет. Добро пожаловать на стрим. Там бот сейчас выйдет. Да, бот. Все, как бот вышел, так и зашел. Да, блин. Так, теперь у меня вопрос. Где я эти инопланетные штуки найду? Спасибо, чмо. Только я даже не вижу, откуда оно. Нанесите урон СПП. Все, принято. У меня, так как у меня эта дичь есть, то я могу с него пострелять. У меня будет защита на урон. Что? А, он с другой стороны был. Найс тайминг. Я только думал выстрелить. Он внезапно сюда навелся, естественно. А еще у меня курсор мыши протерялся. Вот, все. Он просто внезапно, он целился куда-то в жопу, а потом последние 2 секунды прилетело в меня. Так, а ну сейчас. Извлечь. Я там насобирал. Ага, оно и все-таки не сборкой кинуло. Хорошо. Так, а ну-ка. А наблюдать есть? Как? Нет, тут командная потасовка. Ну ладно, да, оно собрало не блоком, ну и слава богу. Еще тебе теперь не нравится. Ну.
Хз, но что-то ему не нравится. Что я не знаю. Собралось все правильно. Теория. Она ливнула? Ага. Ну ладно, как хочешь. Погнали так. Так. Я еще, наверное, user debug сборку сделаю. Да. Делаю user debug, а не user, и все. Тогда будет все понятно. Все еще яблоки, бла-бла-бла. 6 минут тут осталось. Модифицировать транспорт, уничтожить постройки на остальной ферме, пожалуйста, вот. Спасибо, как говорится, пожалуйста. Да, здравствуйте, добрый вечер. Да, полетели. Берите материалы, почему бы и нет. Плюс 10 материала. Тут, походу, и тачка стоит, на которой можно будет разогнаться. Что зря потолок не терять? Лучше так развалю все. Нормально. Перестается эта стенка и все. Ну, из этого этажа имеется в виду. Ходу задачу засчитала. Да. Где там она? Да, засчитала все. Так, но эта тачка не пойдет. Тут же еще красная вроде какая-то стояла.
Или это трактор. Нормально. Прикиньте, я взял, называется, задание за этого. В итоге расфигачил его хату. Соболезно, как говорится. Сектор клир, как говорится, x2. Спасибо за озвучку свиней, которых нет. Это не та параша, где под низом лаборатория. Нет, не та. Да, это не та. Ну ладно. Ускорения нет, походу. Да, ускорения нет. Ну и ладно. Нормально врезался. Почти убил. Ебой. Это я только что весь сделал. Да ладно, одно-два слота занимает. Нифига себе. И 5 зарядов всего лишь. Кто пополнить эти заряды можно? Нет, интересно. Не, ладно, пусть эта пушка будет. Так и она в этой игре присутствует, как оказалось. Обычный тупой автомат. Нормально. Нет, это становится уже интересно. У меня такой пушки не было. Я, конечно, знаю, для чего она. Я ее пока проверять не буду, трогать тоже. Здрасте. Это ебанько на машине катается. У меня полон боезапас ракет для РПГ. Прикольно. Ты еще на кого думал быкануть, как говорится. Ебой. Кучка. Прыгучка, синий автомат обычный. Я обычный автомат возьму. И снайпа есть. Блин, ну брать снайпу вместо дробаша. Тем более, если я на нее попадать не буду. Опа.
Ага. Мы еще перезаряжаться можем, я понял. Это очень хорошо. Да, чичмо. Правда, она чуть-чуть долго заряжается, но мне насрать. Чтобы, по идее, тачку найти. Блин, я на то не разгоняюсь. Ладно, короче. Беру эту тачку. И с нее уже буду другую искать. Все. Поехали. Нужно спорт найти срочно. Типа, да, я на этой 60 максимум, по-моему, смогу разгоняться. 66. Да, и все. При повороте сбрасывает скорость люто. Очень. Ну, это ладно, что сбрасывает. Чтобы спорт найти. И земля вообще не для спорта. Вообще. Ну чё, чувак, напоролся на меня, а? Напоролся? Упоролся, чувак, а? А, все, пропало задание, время вышло. Ну и пофиг, мне главное добраться. Ну, вижу раз чела. Да, ну и ХП восстанавливает, круто. Мне в теории аптечки тогда не нужны. Но нет. Оно все же по 15 только восстанавливает. Эта пушка тут имеется. Еб. Это насколько нужно быть зажравшимся мажором, чтобы бросить оранжевый дробовик? Это кем нужно быть? Короче, все, оно плюс урон дает мне. Пусть будет плюс урон лучше. На скорострельность пофиг. У меня запах, будто кто-то что-то погладил утюгом. Нет, не нравится. Короче, чуваки, вы тут стреляетесь. Счастья вам, здоровья. Я даю по съебам. Счастья вам, здоровья, чувачки.
Мене викрали коня, що це за гівня? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Мене викрали коня. Ку-ку-ку. Красава, чувак. Молодец, что пошел собирать ту всю дичь. Бляха-муха. Вот это мне сигнал не нравится. Да, эта машина мало бенза жрет. Очень радует. Бля, 8 человек, жесть. Вот это я разогнал, 60. 60. Блин. 60. Прямо час. Я ничего, я сделаю так. Опа. Этот звук мне вообще не нравится. Знаешь, тут кто-то рядом был. Полон боезапас. А новая зона-то на другой горе. Лети с горы. Ну вот, чел стреляется один. Я смогу выстроиться? Но ресурсов-то хватит. А вот мозгов хватит ли выстроить все правильно? По идее, да. Блять, это мне вообще не нравится. Тут экстрим спуск называется теперь. 4 человека осталось. Это я себя в жопу загнал только что. А, вот вижу, типа. Плохо. Что, один на один? У него разведсканер, у меня синий автомат и оранжевый дробовик. Как бы вы это назвали, я не знаю. Я называю это звездец. Есть! Сколько у меня топ-2 было до этого? Сколько у меня до этого топ-2 было? У меня весь стрим был топ-2, по-моему. И в трио, и в дуо, и в трио. Ах. Все время топ-2. Фух. Это жесть. Вот,
Вот что называется, какой-то неизвестный чел поскупился взять оранжевый дробовик. Вот как это называется. Фух. Это мощно было, по-моему. Дети хоть на этот раз доиграл по стрельбе. То есть чел чуть-чуть не догадался, что рандомные постройки на горе все-таки я мутил, а не кто-то другой. Но это было красиво чуть-чуть. Инопланетные наноботы. Где же ваш зять? Поедем сюда. Фух. Теперь эту катку, если что, заруинить не жаль будет. Это была жесть. Чуть такая легенькая. Вот так, если бы я не нашел тот рабаш, я бы бегал с синим. И с синим я бы такой фраг не сделал. Мне пришлось бы ближе подойти. Ну, а так подобрал оранжевый. Взял буст на урон. И когда я ему сбил весь щит, я просто добил его одним патроном. Одним набором дроби, короче. Я его добил. Долбаные эти. Согласование слов. Мне эти звуки абсолютно не нравятся. Нужно срочно искать пушку. Где же ты, падла, ходишь? Молодец, ты меня просветил, чувак. А как он с крыши первый этаж просветил? Ладно, это загадка дыры будет для меня. НТ, чувак. Я не думал, что он на крыше будет и просветит первый этаж с крыши. Ну ладно. А нахрена я сюда... я хотел эти инопланетные наноботы завязать. Да! Я не успел левую кнопку нажать. Ничего.
Главное, что я хотя бы один килл сделал, и все. Ладно. Сейчас я по фасту чекну. Ага, нет, на месте. Ладно. Спасибо всем. Потом закрою Дискорд. Типичные глюки, блин, его. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Всем до следующего стрима. Пока-пока.